Нихуя, все заново. Я гвардии капитан Бекоев, Алим Русланович. Громче говори. 2-5-5-9-8-8-1. 11-я бригада, войсковая часть 32-33. Бригада чего 11? ВДВ. Ты кто? Я Касаткин Натан Юрьевич. Личный номер МТ-19-16-74. Ефрейтор. 3-й десант 6-й рот. 11-й отдельный гвардейский десант 6-й бригады. Какую вы получили задачу? Привлекались на учениях, отрабатывали. Где привлекались на учениях? В Крыму. В Крыму. Отрабатывали что? Отрабатывали оттаскивание раненых и исходя, ну, всякие такие моменты. По первой команде, которую нам доводили, по ним и работали. Понял. Где была загрузка десанта? В Крыму, в поле. В поле где? Ну, там конкретно нет обозначения. Просто поле и все. Понял. Задача какая была? Захвати так же, что? Также продолжаем учение. Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? Нет. Понял? Еще часа 4 даже не понимали, где мы. Понятно. Как бы, ну, заправка. Командир части. У нас? Нет, блядь, у нас. Я не знаю командира части. Командира, я недавно служу. Командира батальона. Сорокин Денис. Отчество не помню, честно, врать не буду. Понял. Нормально, но я попробую. Слава Украине!